Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про дитячу онкологію. В нашій студії начальниця служби інтенсивної терапії і онкогематології у Дніпропетровській обласній дитячій клінічній лікарні Наталія Анатоліївна Дементьєва. Вітаю вас. Здравствуйте. Наталія Дементьєва, начальниця служби інтенсивної терапії і онкогематології Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні, експерт департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації, закінчила Дніпропетровську державну медичну академію та інтернатуру за фахом дитяча хірургія, кандидатка медичних наук, має вищі категорії за спеціальностями дитяча хірургія, дитяча онкологія, організація управління охороною здоров'я. Діти хворі на рак – це страшно, проте це сувора реальність сьогодення. Зараз в Дніпропетровській області спостерігаються фахівцями близько 518 дітей, які хворіють або колись перенесли хворобу. Про що треба знати, щоб вчасно виявити онкологію у дітей? Ну, прежде всего, нужно помнить и знать о том, что злокачественные новообразования, опухоли у детей бывают. Это нужно помнить и медицинским работникам, которые имеют дело, сталкиваются по роду своей деятельности с детьми, и каждому нашему гражданину, в семье которого есть ребенок. Потому что действительно, вот иногда люди даже не подозревают, что такое заболевание может быть, и тем более, если не подозревать, не предположить, то и невозможно его своевременно выявить. Так, з однієї сторони, про це не хочеться взагалі думати, навіть уявляти, а з іншої сторони, от дійсно, ви кажете, це вірно, треба розуміти, що це є, це існує. І, к сожалению, это реальность, это есть. Детская онкология, детские онкозаболевания предлагают относить к разделу орфанных заболеваний, то есть тех заболеваний, которые встречаются редко. На самом деле, не каждый врач за всю свою профессиональную жизнь может столкнуться с онкобольным ребенком. Частота встречаемости такова. Вот в нашей области ежегодно заболевает от 80 до 95 детей какой-либо опухолью. Это 13-15 на 100 тысяч детей. На самом деле, да, это немного, но тем не менее, это та патология, которая несет непосредственную угрозу жизни ребенка. Без адекватного лечения пациент погибает. То есть принципиально биология развития детской опухоли и взрослой, она одна. Как взрослые умирают от рака, так и дети, к сожалению, тоже, если они не получают лечение своевременно и в необходимом объеме. А в чому різниця? От я знаю, наскільки я знаю, що дитячу онкологію набагато важче виявити, ніж дорослих. У детских опухолей есть особенности, да, да, на самом деле это так. Но, во-первых, мы можем поговорить о структуре. Какими заболеваниями болеют дети из злокачественной патологии? Если мы говорим о взрослых, то на слуху у всех рак, да, как группа заболеваний, это эпителиальные опухоли, во-первых. Во-вторых, рак кожи, молочной железы, желудка, легких, кишечника. У детей этих заболеваний практически нету. И группа раков, она очень-очень небольшая. Большую группу опухолей у детей составляют так называемые эмбриональные опухоли, которые развиваются из остатков эмбриональных тканей, и те опухоли, которые есть у детей, они ближе к саркомам, но это как бы вопрос гистологии, то есть клеточного строения опухолей. Что может быть более важно для человека, не имеющего отношения к медицине, да, это то, что у деток опухоли, к сожалению, в большинстве своем развиваются в местах, недоступных визуальному осмотру. Есть
если мы говорим о том, что рак кожи, это вот мы видим на поверхности какие-то изменения. Рак шейки матки может увидеть гинеколог при осмотре женщины. Рак легкого при профилактической флюорографии выявляется. Рак желудка можно увидеть при гастроскопии. У детей опухоли спрятаны очень глубоко и недоступны обзору, кроме некоторых ситуаций, когда увеличиваются лимфатические узлы, например, при лейкозах или лимфомах. Вот. А наиболее распространенные в детском возрасте опухоли прячутся в черепной коробке, например, опухоль центральной нервной системы. Или глубоко в забрюшинном пространстве, в грудной клетке. Что такое забрюшинное пространство? Это, по сути дела, спина изнутри, со стороны mm-hmm. живота. То есть для того, чтобы прощупать даже что-то, нужно, чтобы эта опухоль стала большой и доступной прощупыванию вот через все те слои внутренних органов, которые есть. Ну и сама структура онкозаболеваний у детей отличается от структуры онкозаболеваний у взрослых. Ну, во-первых, примерно половину всех заболеваний злокачественных в детском возрасте составляют заболевания кровотворной лимфоидной ткани, то есть лейкозы и лимфомы. Ходжкина, не Ходжкина, лимфогранулематоз, кто-то слышал, наверное, такие названия. Среди лейкозов, опять же, детская особенность – это лимфобластные лейкозы, не те лейкозы, которые преобладают у взрослых. Среди опухолей солидных, так называемых, которые вот, имеют какую-то тканевую структуру, другую, чаще всего встречаются опухоли центральной нервной системы, это опухоли головного и реже спинного мозга. Детская опухоль почки, нефробластома, это не рак почки, она другая, это опухоль, не такая, как рак, как опухоль почки у взрослого. Нейробластомы, это опухоли из нервных ганглиев вегетативных, которые располагаются вдоль позвоночного столба, например, снизу доверху, то есть вот в глубине грудной клетки, брюшной полости, в надпочечниках, в принципе, могут быть где угодно. Опять же, и с внутричерепным расположением, и в малом тазу. Детские мягкотканные опухоли, рабдомиосаркомы, опухоль сетчатка глаза, ретинобластомы, это тоже специфичная для ребенка опухоль. Герминогенные опухоли, есть такая группа, тератоидные опухоли, они могут быть тоже где угодно, но часто достаточно встречаются в крестцово-копчиковой области, в забрюшинном пространстве. Вот. Бывают опухоли костей, такие же, как у взрослых, саркома Юинга, остеогенная саркома, гепатобластома – это опухоль печени. Ну вот, пожалуй, я назвала самые частые в детском возрасте. Наталя Анатольевна, да. Як взагалі батькам вчасно зрозуміти, що щось не так? Що, які симптоми, яка поведінка дитини, що змінюється, взагалі, як запідозрити можливість розвитку пухлинного захворювання у дитини? Ну, от опасність, да, опасність опухолі, це у дитини, у взрослого, к сожалению, заключається в тому, що дуже довго і достатньо длительно вони протікають безсимптомно, тобто поки опухоль не достигла якогось більш-менш ощутимого розміру і не стала давити на якийсь близлежащий орган, або не доросла до таких размеров, что очень выраженными стали ее общие проявления интоксикации, заподозрить ее на самом деле сложно. Но все-таки нужно очень быть внимательными, в первую очередь, родителям к своим детям, обращать малейшие изменения в обычном поведении ребенка, в привычках каких-то, когда ребенок становится... Но это происходит постепенно, но тем не менее все-таки заметно, когда ребенок становится вялым, мало интересуется окружающим, устает, меньше бегает, прыгает. То есть это появляются признаки так называемого опухолевого симптома комплекса. Малые симптомы или симптомы интоксикации. Вот боли неопределенные какие-то, болит то там, то там. Вот это вялость, слабость, потеря аппетита. У детей грудного возраста это прекращение прибавки массы
массы тела – это очень серьезный показатель. Если грудничок, младенчик не прибавляет в весе, значит, у него есть какие-то серьезные проблемы. И далеко не всегда они связаны там, с недостатком материнского молока, например. То есть это первый звонок о какой-то очень серьезной проблеме. Если ребенок более старшего возраста начинает худеть, это тоже должно вызывать вопросы. Появление каких-то деформаций, шишечек, возможно, повышение температуры какое-то небольшое и необъяснимое. И потом вот те ситуации, когда то, что происходит с ребенком, расценивается как какое-то заболевание, которое бывает часто, обычное, да, но при этом оно затягивается и протекает как-то не так, вот это не так должно вызывать вопросы, и нужно помнить об опухоли и целенаправленно исключать наличие опухолі. Куди саме звертатися? Я так розумію, одразу це сімейний лікар. Да. Або які варіанти ще є? Конечно. Де саме можна виключити ось цю онкологічну патологію? Да. Ну, в першу чергу, перший контакт чоловіка з медиками – це, звісно, первичне звено, це сімейний врач, і в некоторих поліклініках є педіатри. Іноді і вони ошибаються, вот, тому що все-таки перша мисль виникає о тих заболіваннях, які зустрічаються часто. Набагато частіше, да, ніж онкологія. Но все-таки і сімейний врач, і педіатр може направити, і чоловік сам може обратиться в обласну дитячу лікарню. В обласній дитячій лікарні знаходиться дитячий онкогематологічний центр нашої області. Вот, это единственное место, где в нашей области, в котором осуществляется всесторонняя диагностика, причем делается, ну, окончательная диагностика, скажем так, имеются все необходимые для этого средства и методы. И здесь же, в областной детской больнице, в онкогематологическом центре, дети получают полноценное лечение. Причем это лечение современное, всеобъемлющее, лечение, которое проводится по современным международным протоколам, не нами придуманное. Вот. И эти протоколы, те же, по которым работают врачи в Европе, в Америке, они выполняются и у нас тоже. Есть пока еще вот такая проблема с трансплантацией костного мозга, и на сегодняшний день в стране, в общем-то, есть подвижки и в плане решения этого вопроса. Зрозуміло. Тобто, якщо людина, наприклад, сумнівається щодо здоров'я своєї дитини і щось запідозрює, то вона може одразу приїхати, да, до вашого центру і там отримати, так би мовити, фахову, да, допомогу і діагностику. У нас в поліклініці кожен день є на прийомі врач-онколог і врач-гематолог. А в онкогематологічному центрі є спеціалісти. 4 гематолога, 4 онколога, є хірурги, які мають спеціалізацію и подготовку по онкологии, которые знают, как правильно сделать биопсию, как правильно прооперировать ребенка. Вот у нас получают непосредственно в больнице, кроме хирургического лечения, еще и химиотерапевтическое лечение, то есть лечение препаратами противоопухолевыми. Если возникает необходимость в проведении лучевой терапии, то мы работаем в связке со специалистами из областного онкодиспансера, радиологи, лучевые установки находятся там, детки лежат в нашей больнице, мы обеспечиваем их доставку туда, терапию, сопровождение, медикаментозный сон, если он нужен, осуществляет детский анестезиолог. То есть работаем вот так вот совместно. Еще раз повторюсь, что абсолютно все этапы лечения и диагностики, и лечения выполняются в областной детской больнице. И в тех редких случаях, когда мы не можем что-то сделать, мы обращаемся к специалистам ведущих учреждений Украины. Это Национальный институт рака и Республиканская специализированная больница «Ахмаддет». Зрозуміло. Але ж все ж таки, наприклад, я не раз зустрічала такі повні розпачу крики батьків, що вони не можуть встановити діагноз саме в Україні. І в такому разі, якщо є можливість, вони їдуть кудись за кордон і там намагаються встановити діагноз і прилікувати свою дитину. Чому саме так?
Ну, во многих случаях почему-то жители нашей области не знают вообще о том, что существует онкогематологическая служба в областной детской больнице. Иногда даже от коллег, особенно не педиатров, иногда я такое слышу. Вот, поэтому, да, бывает, что люди мечутся, ищут, куда бы им обратиться для того, чтобы провести обследование, и, ну, едут куда-то. Но зачастую, знаете, как говорят, нет пророка в своем отечестве, люди не доверяют нашей медицине, нашей стране вообще в организационном плане, считают, что за рубежом будет лучше. Но, знаете, те редкие ситуации, когда действительно требуется поездка куда-то, они бывают. И мы об этих ситуациях всегда говорим родителям. Но в большинстве случаев можем помочь здесь. Но вот, да, существует у нас, у нашего населения, в части населения недоверие такое, отчасти оно подогревается, извините, и вашими коллегами, то есть средствами массовой информации. Неудачи в лечении бывают везде, и у нас, и в Америке, и где угодно, но иногда они, знаете, так поднимаются на волну такого вот какого-то нездорового интереса, скажем так. Наталія Анатоліївна, а повторіть, будь ласка, в якому випадку все ж таки варто їхати за кордон, щоб встановлювати навіть діагноз або лікуватися? Ну, для встановлення діагнозу за границю їхати не потрібно. Всі діагностичні шаги потрібно зробити тут. Можливо, зробити тут. Да, і є референтні лабораторії, тобто референція, тобто перепровірка морфологічного матеріалу, це дуже-дуже важливо. Очень точно установить вид опухоли, потому что от этого будет зависеть правильность лечения и конечный результат. Ну, так принято и в мире тоже. Есть центры, которые специализируются там по диагностике определенных опухолей и перепроверяют, как бы, да. Вот. У нас тоже есть лаборатории, кроме лаборатории, которые есть в Днепре, есть Национальный институт рака, есть Республиканская больница Ахмадет, есть Киевская городская онкологическая больница с очень серьезной лабораторией, с хорошими специалистами. Именно там мы и перепроверяем. И те ситуации, когда вот уже вообще не могут установить диагноз даже там, они крайне редки. И вопросы направления людей на диагностику, что крайне редко, еще раз говорю, а тем более на лечение за рубеж, решают на уровне Министерства здравоохранения комиссии с участием экспертов Минздрава по детской онкологии, по детской гематологии. Документы, конечно, подаем мы. Если человек хочет, он имеет право хотеть, мы никогда не препятствуем этому, выдаем все необходимые документы, но конечное решение принимает МОЗ. Вот. Но, опять же, это могут быть какие-то очень редкие, может быть, ситуации, когда невыполнимо по какой-то причине технически очень сложное оперативное вмешательство, хотя я вот не могу даже вспомнить такого случая, чтобы он был, тем более, что вот в тех сложных ситуациях, когда требуется там применение аппарата искусственного кровообращения, например, наши коллеги киевские кооперировались, специалисты из Института рака, с Институтом Шалимова, со специалистами по кардиохирургии сложнейшие операции делали. Когда это нужно, это делается. И протезирование суставов детям делается после удаления опухоли у нас в стране. У нас в Днепропетровске мы лечим и оперируем детей даже с двусторонними опухолями почек, например, и опухоли печени, вплоть до гепатэктомии, то есть удаление половины печени, в которой есть опухоль. То есть технически это все выполнимо. Вот чего у нас пока не хватает, это технологии трансплантации костного мозга, когда это чужой, не родственный костный мозг, проблемы с подбором доноров. Но сейчас активно ведутся работы на уровне Минздрава по установлению контактов с международными банками костного мозга. То есть этот процесс в разработке. Все остальное мы можем делать у себя. Зрозуміло. Коли з'являється допомога держави? От саме на етапі діагностики або вже потім на етапі лікування? Ну, допомога государства є з самого
первого шага, скажем так, потому что это те больницы, областная детская больница, в которую попадает ребенок на обследование, это государственная, по сути дела, больница, которая находится, это не частная организация, и на сегодня она финансируется из областного бюджета в связи с новыми механизмами оплаты. Переводится под эгиду НСЗУ, Национальной службы здоровья Украины. Вот. Но на этапах диагностики, может быть, не слишком много нужно. А вообще лечение опухоли у ребенка – это действительно очень дорогостоящий, очень технологически сложный процесс, который требует и оборудования специфического, и больших затрат медикаментов, которые стоят очень дорого, и больших усилий медицинского персонала. Существует государственная программа, вот, по которой осуществляются закупки практически, ну, почти полного перечня химиопрепаратов, то есть противоопухолевых препаратов, которые нужны для лечения опухоли у детей, именно по программе «Детская онкология». Наиболее востребованных и самых дорогих препаратов сопроводительного лечения, без которых обойтись нельзя, это и антидоты, которые применяются при использовании химиопрепаратов в летальных, в смертельных дозах, да, есть такие схемы лечения. Это и противогрибковые препараты, и антибиотики, и противовирусные, стимуляторы выработки собственных лейкоцитов. Ну, то есть огромный перечень лекарственных средств, которые нужны технологически для выполнения современных программ химиотерапии, они действительно закупаются и поставляются в области. Ну, например, в прошлом году мы по такой программе получили более 50 миллионов, то есть препаратов на сумму более 50 миллионов гривен. В этом году уже почти на 35 миллионов гривен. Но это действительно очень дорого, и этого тоже не всегда хватает. Не полный перечень необходимого включен вот в этот перечень Минздрава. Что-то докупается из бюджета больницы, вот, а что-то приходится покупать родителям, но вообще-то в большей степени вот этот груз ложится, наверное, не на родителей, а помогают спонсорская помощь, да, благотворительные организации, волонтеры, то есть это могут быть какие-то благотворительные фонды, отдельные просто организации или предприятия, руководство которых выделяет деньги на благотворительность, и отдельные люди, граждане, которые помогают и больнице в целом, то есть тем деткам, то есть, которые лечатся в больнице, вот, допустим, нет какого-то препарата, его ни для кого нет, да, вот выделяются какие-то деньги или делается закупка, передается в больнице, и мы этим пользуемся. Иногда адресную помощь оказывают детям. Наталья Анатольевна, а взагалі от дотримання яких важливих умов робить онкологію виліковною? Ну, первое, самое главное условие – это наиболее ранняя диагностика. А дальше своевременно начатое и полноценное лечение. В связи с этим я могла бы еще сказать, что, к сожалению, некоторые наши граждане отказываются от проведения химиотерапии, лучевой терапии детям. Вот. Ну, ребенок, к сожалению, он не может сам принимать решение. Вот сейчас у нас находится на лечении девочка, которой там, 3-4 месяца назад можно было помочь, ну, гораздо меньшими усилиями, чем сейчас, когда она вернулась. Она была прооперирована, опухоль убрана хорошо, достаточно полно, но она требовала химиотерапии. Родители отказались, и сейчас вернулись с рецидивом, с гораздо большим объемом опухоли, который был, с отдаленными метастазами. И теперь, конечно, мы боремся, но, ну, скажем так, получится ли у нас, однозначно сказать нельзя. Очень обидно, когда такие ситуации бывают. И еще не видела пока еще ни одного человека, которому помог бы знахарь, колдун. Так, у мене теж до вас питання, да, що дуже багато таких чудодійних. Да, возможно, есть люди, которые хорошо знают травы. Они могут,
ну, как-то поддержать иммунную систему, системы детоксикации, я не против. Но все-таки программы химиотерапии, которые доказали свою эффективность и в результате которых люди выздоравливают, их нужно выполнять. А по эффективности так скажу. Если вот 30 лет назад у нас выздоравливало там 5-7% детей из всех заболевших опухолями, то на сегодня, ну так вот в целом, наверное, процентов 75. По некоторым опухолям мы говорим о том, что у нас выздоравливают там 90-85% детей. Это детская опухоль почки, нефробластома. Это лейкозы детские, лимфогранулематоз, лимфома, ретинобластома, опухоль сетчатки глаза вылечивается почти в 100% случаев, хотя она как раз вот одна из немногих, которая наследуется. То есть она не просто там врожденная, как многие детские опухоли, а именно наследуемая, то есть есть семейственные случаи заболевания этой опухолью. Вот, то есть и все это благодаря развитию именно химиотерапии, интенсификации химиотерапии. Да, она тяжелая, она тяжело переносится. Бывают очень тяжелые осложнения. Бывают ситуации, когда умирают от осложнений химиотерапии. Это не только у нас. Но если этого не делать, то это вообще путь в один конец. Ну, это очень сложный вопрос, и однозначно на этот вопрос ответить трудно. Вот. Но вообще онкология, и детская, и взрослая, это по сути плата человечества за благо цивилизации. Во многих отношениях характер, малоподвижный образ жизни, характер питания имеют значение. Вот то, что если человек мало двигается, то у него возникают предпосылки к развитию многих заболеваний, в том числе онкологии, это действительно так. Но если, да, у взрослого человека все факторы, о которых мы говорим, воздействуют непосредственно на него, то они воздействуют и на его половые клетки, и опосредованно воздействуют и на ребенка. То есть в процессе внутриутробного развития бывает так, что развиваются какие-то клеточки, появляются клеточки, из которых потом вырастают опухоли. И у детей где-то до 5, 6, даже 8 лет чаще всего мы диагностируем те опухоли, зачатки которых были, по сути дела, при рождении. То есть механизм возникновения опухоли и порока развития, они где-то очень-очень похожи. Да, из факторов, которые могут оказать влияние, курение. Доказано, что, ну, практически третья часть всех раков, ну, раков — это такое обобщенное понятие, да, всех опухолей на Земле связано с индустрией табакокурения, вообще с этой вредной привычкой. Алкоголь – то же самое. Вот. Всевозможные вредные выхлопы, заводские, от автомобилей, все эти нефтепродукты, которые есть в воздухе, они обладают канцерогенным действием. Все то, чем обрабатываются поля, то есть пестициды, гербициды, они тоже воздействуют на организм человека, вызывая мутации клеток, угнетая иммунную систему, которая с этими мутировавшими клетками борется, и таким образом возникают опухоли. Тобто профілактика онкозахворювань – це здоровий спосіб життя, да, здорове, да, харчування і боротьба за чисту екологію, за право жити. Дякую вам дуже за корисну розмову, дякую за вашу роботу. А нагадаємо, що в нашій студії була начальниця служби інтенсивної терапії онкогематології у Дніпропетровській обласній дитячій клінічній лікарні Наталія Анатоліївна Дементьєва. Дякую вам за розмову. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий», Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!